Звукорежиссер Ричард Чкадуа стал поэтом и писателем по воле судьбы. Участие в Отечественной войне народа Абхазии послужило отправной точкой в его писательской деятельности. Первый сборник стихов «Шаги слов» вышел в 2002 году. Ричард Чкадуа пишет о жизни, о переживаниях и мыслях, затаившихся в его памяти. То, что это будет книга, я об этом не думал. Это были те мои внутренние переживания, воспоминания, которые я хотел запечатлеть, оставить. То, что я пережил, то, что пережили мои друзья, естественно, здесь очень много связано с войной, потому что это было великое потрясение внутреннее. И я не думаю, что больше этого еще, и не дай бог, чтобы было еще потрясение лично у меня, у нас всех. Ну вот как-то вылилось, я все время писал в стол, но вот благодаря друзьям вышло в свет. Книга под названием «Чан» – это сборник более 100 коротких рассказов, каждый из которых отражает мысли и воспоминания писателя о тяжелом военном времени, наполненном отвагой и героизмом. В основе названия сборника лежат философские размышления автора. Почему «Чан»? Здесь есть рассказ, соответствующий вот этой картине. Это прекрасный художник, прекрасный человек, мой близкий друг Тимур Кайтан. Это его работа. Он сразу понял задумку. Если прочтя рассказ, вы поймете. Почему этот человек вроде бы в самом чане, вроде бы вне его? Ну, это емкость. Это емкость, которая может быть хорошей, которая может быть чуть-чуть негативной, но она есть. В каждом из нас есть, и она должна подарить миру что-то хорошее. Будем стараться дарить, если получится. Объектами, персонажами рассказов Ричарда Чкадуа стали как люди, так и предметы, явления и животные. В каждом предложении его рассказов заложен особый смысл, которым читатель не перестает удивляться. Есть такое выражение у нас, обсышил Ирхот, ажоб, ажу агузыржо, дзинь, цинь, зрал, ажу. Выше слова ничего нету. И очень напомнило мне потом его жечь, на следующий день, через день, через сутки, когда так образы начали передо мной вставать, я вспомнил и Маркиса, и Даура Зантара, и Фазилия Искандера, и Георг Генри где-то немного, даже Ремарка вспомнил. Но ассоциации возникли. Но самое главное, хочу подчеркнуть, что у Ричарда свое лицо, видение мира очень удивительное, очень чистое. И Пшкоп, как на русский язык перевести, не знаю, Дара и Пшкоп, очень трепетно относится он ко всему окружающему миру, к нашей порой жесткой действительности, порой очень благородной. Ричард Чкадуа – автор, который сражается за красоту, совершенство, за доброту и веру, за память и любовь. Поразил. Вот он дал нам некую новую струю крови новой. Мне кажется, его сразу поймут и сразу его полюбят, потому что, прочитав один раз, хочется еще раз. Вот понимаете, как своеобразная Библия. Вот сколько раз читаешь, сколько раз открывается сама Библия. То же самое у Ричарда. Первый раз прочитал, у меня одни ощущения были. Второй раз другое совершенно. Поэтому он, мне кажется, загадка, которая будет впоследствии себя раскрывать более масштабно. Ричарду Чкадуа издать свой сборник помогла компания «Аквафон» для популяризации чтения среди молодежи, в особенности отечественных авторов. Компания «Аквафон» на официальной странице в соцсети Instagram провела розыгрыш. Некоторое время назад мы с большим удовольствием заметили, что все, что касается литературы, книг, чтения, стало очень популярно среди молодежи. Мы это увидели через наши социальные страницы, через то, как часто у нас просят те издания, которые мы спонсируем. Вытекла идея провести конкурс, такой даже не конкурс, а интеллектуальную викторину. Прошел один тур, выиграло моментально 10 победителей. Мы поняли, что это интересно публике, что есть заказ у молодежи, это самое главное. Прошла второй конкурс. Сегодня мы пригласили сюда на презентацию всех победителей, для того, чтобы вот в такой торжественной обстановке вручить им их заслуженные сеты книг. Такие конкурсы мы будем проводить постоянно, поскольку популяризация чтения книг — это то, что мы видим необходимым и нужным как одно из направлений нашей деятельности. Невозможно переоценить роль книг, в которых заключены чьи-то воспоминания из целой эпохи. Не переставайте читать, ведь, как сказал Достоевский, перестать читать книги значит перестать мыслить.